Вы смотрите «Сейчас в мире» на канале RTVI. В студии работает Сергей Кения. Здравствуйте. Начинаем выпуск с главной новости к этому часу. Виктор Янукович объявился. Бежавший лидер Украины заявил, что по-прежнему считает себя президентом и призвал незамедлительно вернуть ситуацию в стране в конституционное поле. В сообщении, поступившем в СМИ, Янукович также попросил власти России обеспечить ему, цитирую, «личную безопасность от действий экстремистов». Подробности заявления беглого главы государства в нашем следующем выпуске. С приближением весны на юге Украины становится все жарче, и погода тут ни при чем. Сегодня утром стало известно о вооруженном захвате в Симферополе зданий парламента и Совета министров Автономной Республики Крым. Захватчики заявляют, вести переговоры и выдвигать требования они не уполномочены. По одним данным, в госучреждениях находятся бойцы Севастопольского «Беркута», по другим они контролируются представителями самообороны русскоязычного населения. Нина Шамуге выясняла, кто водрузил над Верховным Советом флаг России. Российский триколор развивается над Крымом. Здания Совета министров и Верховной Рады в Симферополе рано утром были захвачены неизвестными. Видели только, как захватили здание. То есть забежало туда сначала 30 человек вооруженных полностью. Они зашли в здание, после чего, когда они уже захватили здание, выгнали милицию оттуда. То есть начали заходить еще туда, как бы еще подогнали автобус, из которого вышло еще в среднем 30 человек. И они начали переносить сумки свои, в которых сумках находилось там РПГ, гранатометы, находились СВД, находились автоматы Калашникова, так же само находились там пистолеты. То есть люди вооруженные полностью. До сих пор не ясно, кто эти до зубов вооруженные люди и какую цель они преследуют. Но сам факт того, что на зданиях после захвата появился российский флаг, для местных жителей говорит за себя. Это 100% военные, потому что так просто сотрудники милиции или там непонятно кто, но это десант, это российский десант, как они называют себя. На контакт с осаждающими ключевые административные здания полуострова вышел премьер-министр Крыма Анатолий Могилев, но переговоры прошли безрезультатно. От общения с генеральным консулом России захватчики и вовсе отказались. Очевидно, не в их компетенции вести переговоры или принимать важное решение. Тем временем в Киеве новым временным главой МВД было принято решение по тревоге поднять милицию и внутренние войска автономии. В свою очередь глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и не проявлять инициативу. Но сохранять спокойствие становится все труднее. Масло в огонь подливают и российские военные. По распространявшейся информации, к центру Симферополя направлялись порядка 7 российских бронетранспортеров. Однако позже стало известно, что служба безопасности Украины отправилась в Симферопольский район, чтобы перехватить БТРы. После общения с правоохранителями они развернулись и двинулись в обратном направлении, заявив, что все передвижения проходят в полном соответствии с плановыми учениями. Будет оценена нами как военная агрессия. В то же время исполняющий обязанности президента Украины выступил с жестким заявлением. Александр Турчинов предупредил: любое передвижение российских военных за пределами территории базирования Черноморского флота в Крыму будет расценено Киевом как военная агрессия. Нина Шамуге, RTVI. На фоне событий в Крыму западные СМИ пишут о росте опасений относительно военной интервенции России в Украину. По версии Wall Street Journal, на угрозу вторжения могут указывать и внезапные масштабные учения, которые начались по распоряжению Владимира Путина. В них задействованы около 150 тысяч личного состава, авиация, танковые подразделения и до 80 кораблей. Сегодня стало известно, что ряд соединений и воинских частей получил задачу передислокации в рамках проверки боеготовности. Войскам, дислоцированным в западном и центральном округах, приказано совершить марши на расстояние свыше 1000 километров. Продолжаем. США не успеют до конца апреля сформировать рамочное соглашение между израильтянами и палестинцами, приемлемое для обеих сторон, признался глава Госдепа Джон Керри. При этом дипломат, которому ставят в заслугу размораживание переговорного процесса, заявил, что не намерен ограничивать себя сроками. Диалог продолжается, а те, кто считает его безнадежным, плохо информированы, добавил госсекретарь.
Палестинские СМИ, между тем, сообщают о провале переговоров. По их данным, встреча Керри с Махмудом Аббасом в Париже 19 февраля была прервана по инициативе последнего. Глава автономии отверг предложенный Вашингтоном вариант соглашения. Оно якобы предусматривает признание Израиля еврейским государством и сохранение израильского присутствия в Иорданской долине. Кроме того, США предлагают провозгласить столицей будущего палестинского государства Иерусалимский район Бейт-Ханина, а не весь Восточный Иерусалим. Аббас назвал эту идею безумной. Правозащитники, между тем, подвергли критике власти еврейского государства. Чрезмерное использование Израилем военной силы на западном берегу реки Иордан, так называется доклад, опубликованный международной организацией Amnesty International. В 87-страничном документе описаны инциденты 2011-2013 годов. По данным правозащитников, за указанный период в результате действий израильских солдат были убиты 45 арабов, в том числе 6 несовершеннолетних. При этом представители Amnesty считают, что в случае убийств гражданских лиц не было угрозы для жизни израильтян, а следовательно, эти инциденты можно рассматривать как военные преступления. Главная проблема заключается в безнаказанности военных, и они этим пользуются, а их расследования не беспристрастны. Мы говорили со многими свидетелями, с семьями погибших, собрали и другие свидетельства, включая, например, медицинскую информацию. И, конечно, обращались к израильским властям за подтверждением, но ответа не получали. Это может указывать на то, что убийства были предумышленными и в соответствии с международным правом могут расцениваться как военные преступления. В ответ на доклад Amnesty International пресс-служба армии обороны Израиля заявила, все случаи, связанные с ранениями или гибелью людей, тщательно расследуются. В Цахале также обращают внимание правозащитников на резкий рост числа инцидентов в зоне конфликта. Только в прошлом году в результате нападений палестинских арабов были ранены 132 израильтянина, включая гражданских лиц. Это примерно вдвое больше, чем в 2012-м. Ну что ж, на этом пока все. О развитии событий в следующем выпуске я не прощаюсь.